Здравствуйте. Представители ТО «Омега-21» с дрожью в голосе высказывают слова благодарности ветеранам. 91-летний Анатолий Дергачев своим мужеством и отвагой отстоял для будущих поколений великую победу. Попав на поля сражения, молодой солдат Толик прошел всю войну от Москвы до Берлина. Сегодня уже полковник Анатолий Николаевич уверяет, одержать победу над врагом помогла сплоченность и единство народа. Скомпоновались казак, русский и узбек. И когда нас привезли туда, под Москву, и генерал армии Чернышевский подходит и говорит: вот этих троих надо раскомпоновать. А я сказал: нет, никогда. Вот я своего друга Серика и вот этого парня узбека Бахтияра Казакбаева никогда. Будем умирать, но друг без друга никуда. Рядом с долгожданными гостями ветераны вспоминают свою молодость, выпавшую на тяжелые годы. Их послевоенная судьба сложилась по-разному, но одинаково радостно они вспоминают день долгожданной победы. Сегодня старики желают одного – мира детям, внукам и правнукам. Хочу, чтобы наш Казахстан процветал, а весь народ жил в мире и согласии. Чтобы наши дети, внуки были здоровыми, имели возможность учиться, работать, быть достойными людьми и служить на благо нашей страны. Подарочные сертификаты и продуктовый набор получили 5 ветеранов Южно-Казахстанской области. Им сейчас очень важно наше внимание. Их сейчас осталось совсем мало, поэтому мы решили выразить им свою благодарность от нашей компании. От нашей компании была вручена продуктовая корзина, а также 2 сертификата. Один сертификат на бесплатное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, которое находится именно в этом жилом строении, а также на поверку прибора учета газа. ТО «Омега-21», входящая в группу компаний ТО «Информ Систем», представлена в 10 областях страны. Ежегодно сотрудники товарищества помогают ветеранам Великой Отечественной и словом, и делом. Благодарная миссия стала для коллектива особой традицией.